Так, у нас 16 августа 2021 год. Харьков. Дубль 3. Снимаем Луну, Юпитер, Сатурн. Сейчас настройки ISO. ISO 800. Светочувствительность. Первая была 400. Вторая 6400. Ну вот это вот средняя арифметическая. Немножко видно, где происходят съемки. Я заранее извиняюсь за то, что все дергается и трясется, соскакивает и пляшет. Настройки производятся. Настройки. Бенефис, тавтология. Ну, в общем, на строительной площадке. Настройки производятся настройки. Под ногами у меня не пойму что. Но это не так важно. Хуже того, что под ногами у моей треноги. Да, все-таки бенефис, тавтология. Тоже не пойми что. Да, наверное, стоит потом отдельно Луну снять при ISO 125. Пусть будет все темнее, но качество все-таки мне не нравится. Рябое все поломано. Пластилиновое. Кратер Платун. Километров. Не до него, конечно, а его диаметр. Чудненько. Поехали. Получится у меня когда-нибудь дубль. Короче, чем война и мир. Так, полетели на Сатурн. Если попадем, конечно, настройки все такие, что можем и не прицелиться. Нет, прицелился. При маленькой светочувствительности очень тускло объекты выглядят в объективе, на экране. Но зато они более четкие, контрастные, не расплывчатые. Оп. Я визуально наблюдаю, допустим, Сатурн, а фотоаппаратом в него прицелиться не могу, потому как он слишком тускленький. О, Господи, тут еще 1:200. ИСО, вот же ж ты умница. Вот так можно было сделать. Выдержка, вернее. Это даже, наверное, перебор. Смотри, как вот эта Луна яркая, поэтому выдержку я уменьшал до 1:200. А теперь Сатурн тусклый, я настроился 1:30. Но это даже, наверное, переборчик. Вот 1:100. Ладно, сделаем. 1:50. Помню о том, что на экране у меня это выглядит ярче, чем будет у вас на мониторе. Один миллиард триста
41 миллион километров до Сатурна. Титана я почему-то не вижу. Ну, вообще-то облачно, ребят. Конечно, не так облачно, чтобы совсем облачно. Ладно, поехали к Юпитеру. Не могу. Терплячка закончилась. Поехали к Юпитеру. Дымка очень приличная. Ты посмотри, какое фонарище светит, а? Ну, Юпитер будет в противостоянии, то есть на одной линии с Землей и Солнцем 19 августа, то есть через 3 дня. Это ближайшее расстояние по его орбите к Земле. Сейчас 600 миллионов километров. Это обалденно близко. Так, первый спутник — это Ганимед, второй — Каллисто, третий — вот он, третий — Европа. И сейчас Ио вползет. Вот он вполз. Ну и сейчас Юпитер собственной персоной будет. Па-ба-ба-бам. Уменьшаю выдержку в надежде увидеть полосы на Юпитере экваториальные. Ну, в окуляр я вижу, вам будет вряд ли видно. Может, одну полосочку чуть выше, чем на середине Юпитера, и заметите. Ну, должны заметить, сейчас вот довольно прилично видно. А там Бог его знает, конечно. Ладушки. Пошли, закончим на Луне. Пока она кому-то в дом не влезла. И мы вместе с ней. Да. Условия, конечно, у меня тут аховые. Ну, времени мало. Снимаю натурально возле дома. Ради экономии времени на перемещениях. Времени мало, а времени уже много. То есть у меня времени мало, а на часах уже времени много. Если точнее, 21:55 по Киеву, в Харьков. Все, народ, пора текать. Спасибо матушке природе за хорошую погоду сегодня. Ну, приемлемую, по крайней мере. Все. 16 августа 2021 год, Харьков.